Добрый день! Я Екатерина Зернова, народный мастер по ручному ткачеству, методист Государственного музея-заповедника Куликово поле, филиала «Тульские древности». Мы продолжаем серию встреч от веретена до станка. Тема третьего занятия – плетеные пояса. Мы говорили о том, как можно прясть нить с помощью веретена или самопрялки, и теперь мы, наконец, переходим к готовым изделиям. Прежде всего, следует заметить, что очень многие совершают ошибку, путая понятия прядение, плетение и ткачество. Прясть – значит создавать нить. Плести – значит переплетать нити для создания готового изделия. Ткать – значит создавать ткань изделия, переплетая нити основы и утка. Как правило, для ткачества используют специальные приспособления – бёрдышко, дощечки, сволочок или на ткацком стане можно изготавливать изделия. Плести можно с помощью специальных также приспособлений, таких как вилочка, грибочек, колодочка, а можно с помощью рук. Сегодня мы будем говорить как раз о самых простых способах плетения, известных еще со времен Древней Руси. Итак, сегодня мы с вами сделаем целых 3 плетеных пояса. Чем же отличались пояса плетеные и тканые? Конечно, тканый пояс выглядит очень богато и нарядно, особенно если он с бранным орнаментом. Такой пояс мог быть, например, подарком на свадьбу или по какому-то другому случаю. Для чего же создавался более простой плетеный пояс? Как правило, такие пояса делали для детей. Называли также плетеные пояса покосными. Их могли надевать на нижнюю рубаху. Как известно, для каждого слоя одежды использовался отдельный пояс. Вот такой нарядный пояс мог украшать, например, сарафан. Подпоясать можно было им. Вот. А пояс попроще мог использоваться для нижней рубахи. Ну и отдельно, как пояса, можно рассматривать гашники. То есть те текстильные изделия, на которых держалась, например, панёва, традиционная южно-русская юбка, или порты в мужском костюме. В женском костюме часто именно роль нарядного пояса выполнял гашник. Некоторые мастерицы поступали очень хитрым способом. Они ткали простым заправочным узором ту часть, которая оказывалась внутри юбки, и делали красивые, нарядные, бранные как бы хвосты у этого гашника, которые оказывались снаружи. Ну, чтобы не выполнять очень большую работу, видимо. Вот. В любом случае, главная задача пояса – это оберегать своего хозяина от воздействия каких-либо злых сил, потому что, когда пояс завязывается, он превращается в такое кольцо, которое окружает человека. Вот. Ну и, конечно, утилитарная задача, безусловно, так как это неотъемлемый элемент костюма. Как только рождался ребеночек, для него обязательно делался поясок. Простой, но чем проще был пояс, тем наряднее ему старались делать кисти. Было даже такое выражение, что кисти – это душа пояса. Кстати, когда проводится атрибуция, то есть найдено тканое изделие, предположим, как вы определите, что это – тесьма или пояс? Определить очень легко. Если оставлены свободные кисти, значит, это точно пояс. Если вы видите, что изделие никаким образом не украшено, значит, это тесьма. Сегодня мы с вами сделаем целых 3 пояса. Первый, самый простой, крученый пояс. Технологии это используют с древнейших времен, но и по сей день, потому что многие делают какие-то утилитарные шнурочки, допустим, завязочки на шапочки детям именно этим способом. Он очень прост, но эффективен и очень нравится малышам. На мастер-классах, как правило, это самый интересный для них способ создания яркого текстильного изделия. Мы возьмем 2 цвета, характерных для культуры вятичей, для южно-русского костюма. Сочетание синего с красным или черного с красным очень часто встречается. И
сделаем такой крученый пояс. Прежде всего, мы должны подготовить рабочий материал, нити. Есть такое понятие «насновать». Можно сновать основу для станка, а можно сновать основу для пояса. Вот. Для того, чтобы он у нас был чуть потолще, мы сделаем его, допустим, в 3 нити. Так, вот наша основа готова. Теперь сразу же можем приступать к изготовлению. Мы делим наши нити на 2 группы. Для того, чтобы было хорошо видно, как происходит скручивание, лучше брать разные цвета. Если вы захотите изготовить такой пояс для себя или на мастер-классе, я рекомендую вам брать цвета контрастные или брать цвета, допустим, светлые и темные нити, если это естественных цветов пояс. Очень хорошо изготавливать такой пояс в коллективе. То есть мы можем разделить, например, участников создания пояса на 2 группы или на 4, чтобы каждая группа работала отдельно. Ну и еще следует сказать, что процесс скручивания пояса очень похож на процесс сучения нитей. То есть когда изготавливается нить, которая скручена, как мы видели, в одну сторону, она не является готовым изделием, потому что такой нитью работать невозможно. Она будет скручиваться сама с собой, невозможно будет ни вязать, ни ткать. Как правило, нити соединяли 2, для того, чтобы потом можно было с ними работать, но и могли вместе соединять и 3, и 4 нити, если требовалось создать очень прочную нить в конечном итоге. Итак, каждую пасму мы скручиваем отдельно. Скрутить нужно достаточно сильно, как проверить, достаточно сильно она скручена. Вот таким образом, немножко ее освободив, мы видим, она скручивается сама с собой, значит, эта пасма готова для работы. Вот, поскольку я работаю одна, то каждую пасму я скручиваю отдельно. Сначала синюю, а затем красную. Самое главное здесь, нужно скручивать обязательно в одном направлении. Ну, как правило, для того, чтобы сориентировать участников мастер-класса, мы можем сказать, что мы скручиваем по часовой стрелке или против часовой стрелки. Хотя на самом деле для современных ребят иногда это тоже сложность, потому что многие привыкли к электронным часам, в которых цифры, а не стрелки. Многие мастера вешают в своих мастерских обязательно часы со стрелками для того, чтобы можно было сориентироваться, когда ведется вот такая работа. Итак, мы скрутили 2-ю пасму, и теперь можем их соединять. Вот, можно соединять отдельно частями, можно соединять сразу все. Самое главное здесь, чтобы не образовывалось узелков. Вот мы видим, что скручивание прошло равномерно, и у нас получился вот такой поясочек. Но для того, чтобы это был действительно поясочек, нам нужно сделать небольшие кисточки. Вот с каждой стороны мы оставляем такие вот условные кисточки. И тогда это уже настоящий пояс, который можно, например, повязать ребеночку. Вот, пояс никогда практически не снимали, даже в баню ходили с поясами. И не зря существует такое выражение: ну что ж ты совсем распоясался. Что это значит, что человек себя ведет неприлично. Ну вот наш готовый поясок. Итак, сейчас мы попробуем сделать другой пояс. Предлагаю взять сочетание красных и зеленых нитей. Такой для современного человека, наверное, новогодний вариант по ассоциациям. На самом деле сочетание красного и зеленого встречается очень часто в старинных изделиях, в поясах, в тесьме на поневах. Как известно, это контрастные цвета, поэтому они смотрятся очень нарядно рядом. Способ, который мы будем изучать, называется крест-накрест. Обычно он очень нравится школьникам.
Дело в том, что когда мы плетем такой пояс, мы можем плести, например, одновременно на перегонки с несколькими группами. Вот. Ну и плюс мы повторяем простые понятия, такие как право и лево, вверх и низ. Это улучшает координацию и помогает ребятам работать в команде. Коллективное плетение поясов на самом деле – это старинная традиция. Как правило, так плели пояс, например, если хотели подарить его кому-то на свадьбу. Все, кто участвует в плетении пояса, вкладывают свои наилучшие пожелания в это изделие. И, как правило, когда мы с ребятами вместе плетем изделие, я обязательно говорю о том, что, ребятки, вы можете вложить в этот пояс свои самые лучшие мысли, самые лучшие пожелания, потом подарить его, например, преподавателю. Значит, мы с вами делаем 4 пасмы двух цветов. Этот способ плетения известен со времен Древней Руси, упоминается во многих научных статьях, но его продолжали применять вплоть до 20 века, например, создавая гашники для панев. Для того, чтобы вам было получше видно, я разложу эти пасмы каждую отдельно. Вот. А когда работает группа или небольшой коллектив, мы, как правило, делимся на команду, которая находится справа, слева, которая работает с верхней пасмой и с нижней. Либо это могут быть 2 человека. Обычно процесс плетения упрощает какая-то легкая запоминающаяся формула. В этом случае мы всегда учим с ребятами слова. Верхняя справа, правая сверху. Значит, верхняя пасма пересекается посередине с нижней, проходя справа, а затем пересекаются правая и левая. Причем правая сверху. Верхняя справа, правая сверху. И таким образом мы продолжаем плести до конца изделия. Конечно, этот способ не такой быстрый, как создание крученых поясов, но зато результат очень хороший. Получается прочный шнур, пружинищий, который может быть отличным поясом или гашником. Некоторые мастера называют этот пояс новгородским квадратным поясом. Но на самом деле, конечно, этот способ плетения был известен не только в Новгороде. Его использовали по всей Руси. Можно сказать, что это основа основ. Для такого пояса могли использовать самые разные материалы. В основном, конечно, шерсть, лен. Однажды я видела гашник, который был изготовлен из очесов льна из грубой нити и из черной шерсти. Конечно, гашник не так виден, поэтому для него могли использовать не нарядные, не крашеные нити. Вот. Если же это был какой-то простой пояс, то все-таки брали что-то поярче и повыразительнее. Ну вот у нас получился маленький поясок. Есть еще хитрый прием, когда плетут одновременно несколько человек. Кто-то иногда сильнее натягивает нить, кто-то слабее. Для того, чтобы пояс выровнялся, всегда можно сделать вот таким образом. Вот и тогда плетение будет смотреться гораздо аккуратнее. Вот и второй способ. А почему он называется крест-накрест, вы, наверное, уже догадались. Потому что у нас получается крест, который образует пасму. Ну, а теперь третий способ. Он очень нравится детям, особенно нравится мальчишкам, потому что тут очень простая формула, которая похожа на то, как марширует солдат. Левый, правый, левый, правый. Ну, а девочки, конечно, знают этот способ, потому что часто заплетают косичку-колосок. Вот. Таким образом, иногда способы плетения продолжают свою жизнь в изготовлении причесок, например. Мы можем здесь взять несколько ярких, интересных цветов, потому что при таком способе плетения у нас получается очень интересное, пестрое изделие. А еще называли этот способ плетения птички. И когда вы увидите результат,
Вы наверняка догадаетесь, почему назвали его именно так. Я беру 4 цвета, в том числе контрастные желтый и фиолетовый, для того, чтобы наш пояс выглядел понаряднее. Здесь мы в работе будем использовать сразу 8 пасм, поскольку я взяла 4 разных цвета. Для того, чтобы было лучше понятно, каким образом чередуются пасмы в работе. Мы опять делаем вначале узелок, для того, чтобы получилась кисть, ведь это маленькие пояса, значит, кисть непременно должна быть. И делим нити на 2 группы. Здесь нам обязательно нужны парные пасмы, то есть 2 желтые, 2 фиолетовые, 2 серые. Иногда для работы используют подушечку для плетения, как в макраме. Ведь я думаю, что нам будет достаточно только рук. Ведь сегодня мы говорим именно об этом универсальном инструменте. Итак, здесь очень важно чередование нитей. Мы делим их на 2 группы. И обязательно должен быть одинаковый порядок и слева, и справа. Белая, фиолетовая, серая, затем желтая. И потом мы начинаем плести. Итак, та самая волшебная фраза. Левая, правая. Нити всегда идут в центр и встречаются посерединке. Теперь фиолетовая, левая, правая, затем серая, левая, правая и, наконец, желтая. Вначале немножко сложно соблюсти этот порядок, потому что нити только начинают как бы организовываться. А потом уже плести становится все проще и проще. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Если вы плетете большим коллективом такой пояс, это будет очень удобно. У нас 8 нитей, значит, одновременно могут плести 8 человек. Все задействованы в работе. Такое плетение будет похоже на танец. А для тех, кто любит энергично подвигаться, это замечательное занятие, потому что придется много раз приседать. И одновременно следить за правильностью чередования. А вот и появляются наши птички. И теперь вы уже точно догадались, почему так называется этот способ плетения. Посмотрите, какой нарядный выходит пояс. Наши птички готовы. И мы сегодня с вами изучили целых 3 способа плетения. На самом деле их существует очень много, да еще каждая мастерица в каждой деревне хотела что-то привнести свое, использовать какой-нибудь свой особый материал, придумать какой-то особый способ декорирования. Так что эта тема просто неисчерпаемая. Кроме того, можно плести с помощью специальных инструментов, как я говорила, и именно это станет темой нашего следующего разговора. А сегодня мы использовали с вами только один замечательный и универсальный инструмент для плетения – это человеческие руки. Спасибо!